Доброго дня! Я рада вас вітати на своєму каналі. Я бажаю вам сьогодні тихого, мирного дня. Сьогодні середа, а это значит, что сегодня отчет в моем бесплатном мотивационном марафоне «Новая версия себя». Всех своих тростиночек я приглашаю сегодня отчитаться в моем марафоне. Для того, чтобы стать участником марафона, достаточно написать свои результаты, свой рост, вес и возраст, и каждую среду отчитываться своими результатами. Это рабочий вариант, я хочу сказать, это очень мотивирует, это очень дисциплинирует, поэтому я вам очень рекомендую стать участником марафона. Дополнительно еще есть у меня три группы, это Viber, WhatsApp и Telegram, где девчонки также каждую среду отчитываются между собой и, надеюсь, уже пишут также здесь под видео свои результаты за неделю. В Telegram-канале у меня стартанул марафон, также стройности, и девчонки также отчитываются в этом марафоне. Но параллельно еще всему этому на моем канале стартанул двухнедельный марафон стройности. И уже эти две недели закончились. Каждые две недели у меня проходит марафон за донат. Это марафон с сопровождением. Значит, 6 февраля этот марафон стартанул. Я вам сейчас хочу почитать отзывы об этом марафоне. Также покажу вам фотофакты. Девочки, это очень впечатляет, это очень мотивирует, и я очень рада, что большинство моих зрителей включили свои зазулыньки. Сейчас я вам хочу прочитать отзывы от марафона. Это очень приятно, должна я вам сказать. Добрый день, Лена. Много диет перепробовала за свою жизнь, и я так себя вкусно и сытно еще не чувствовала, как с тобой. Вчера пекла своей семье бисквит. Сегодня были блины. Я спокойно на это смотрю. Не хочется даже попробовать. Леночка, я тебе очень благодарна за твою мотивацию. Подписана и слушаю тебя уже 1,5 года, а кукушка включилась только сейчас. Желаю тебе здоровья и исполнения всех желаний. Я вас очень и очень благодарю. Леночка, доброе утро. Вот и закончились две недели. Результатом я довольна. По объемам в среднем по сантиметру. С весом тоже порядок. А главное, голова работает в нужном направлении. Я тебе очень благодарна за поддержку. Думаю, в будущем мы не будем теряться. Конечно, мы не будем теряться. Следующий отзыв. -2,8. По сантиметрам также пошел не только вес, но и пошли сантиметры. Еще сказать, я в шоке, пишет моя тростиночка. Я тоже в шоке, что вот так вот, знаете, у меня получилось вас подтолкнуть, и вы имеете вот такой шикарный результат. Доброго ранку, Лена! По весу -4,4 за две недели, по сантиметрам в каждом замере -3, это -9 общие объемы. Также у меня есть тростиночка, начала с веса 91,3-200, сейчас 90, объемы пошли хорошо, но еще хочу дожать, пишет, 10 килограммов. Это очень круто, потому что результаты есть, и при этом мы с вами не голодаем. Я хочу сказать, что это такой специфический, можно так сказать, специфический момент, эта зрительница вообще тоже мне очень и очень дорога. Доброго ранку! По весу -1,2 кг, по объемам -6 см. За две недели, следующая пишет зрительница, -2,4, объемы -12. Очень хорошо пошли объемы. Девчат, ну я очень рада, что в моем марафоне вам вкусно, не скучно, потому что каждое утро, каждый вечер я вас теребунькаю и держу в таком напряжении. Значит, следующий марафон стартует 27 февраля. Это двухнедельный марафон за донат. Цена вильна. Оплата сейчас во время войны идет, сколько вы можете позволить и себе оплатить
потому что эти деньги идут на помощь. Я, насколько это у меня получается, стараюсь также помогать. Имея свои знания, имея свой опыт, имея мотивацию для своих тростиночек, я тоже стараюсь быть полезной в такое сложное время. Поэтому я вас приглашаю 27.02, это 27 февраля, стартует очередной двухнедельный марафон. Чтобы записаться и стать участником этого марафона, вам нужно перейти в комментарии, в закрепленном комментарии будет ссылочка на WhatsApp. Там вы мне пишете «хочу марафон», и дальше мы продолжаем с вами общение. Но есть определенные условия, это очень и очень важно. Важно то, что участником марафона не может стать человек, у которого есть хронические заболевания. Это, не дай бог, там сахарный диабет или еще какие-то заболевания, которые могут спровоцировать обострение при переходе на правильное питание. Здесь я вам не смогу помочь, потому что мой марафон мотивационный. Моя цель — поставить человека на вот эти рельсы стройности, подтолкнуть его, и знаете, вот так вот немножко подтолкнуть, и чтобы человек пошел. Посмотрите, какие результаты. Очень этого хочу, и я очень рада, что эти результаты есть. Поэтому, если есть у вас хронические заболевания, я не смогу быть с вами. Для этого есть специалисты. Могу вам порекомендовать своего диетолога. Это Светлана Никичук, которая уверена, вам обязательно поможет. Так, что еще? По дате я сказала, 27.02, как меня найти, я сказала. Ну, в принципе, по организационной части вопроса, в принципе, так. Сегодня также отчитаюсь вам своими результатами за неделю. Я нахожусь сейчас на удержании своего результата. Мой результат — минус 57 килограмм, к чему я безумно рада. Девчат, настолько это дает энергии, насколько это, ну, это... Вы знаете, что меня от этого просто прет. И когда мне зрители пишут, что удержать вес намного сложнее, чем сбрасывать вес, я хочу сказать, что, наверное, я, скорее всего, вот мой мозг, мой ум пришел к тому, что это образ жизни. И сейчас я настолько кайфую, я не представляю, что я проснусь и не выпью воды, да, которую я всегда пью, или приготовлю что-то не то, что в моей уже новой жизни, я это называю сейчас новая жизнь, такого может не быть. И я на своем канале, у меня есть кулинарный канал, где я с вами делюсь своими рецептами правильными, полезными, на которых я, собственно, и продолжаю улучшать свое здоровье. Также на канале проходят видео, я выпускаю видео, где также делюсь своим рационом, и вы можете использовать его в своей стройности. Ну а кому не хватает мотивации, не хватает вот такой вот руки, которая будет вас трымать все эти две недели, я приглашаю вас в свой марафон. Так, ну что, пришло время отчитаться своим результатом. Так, сегодня среда, 22 февраля. Неделю назад мой вес был 78 900. Прошла неделя, мой вес 79. Сколько? 79 100. Что у нас получается? Плюс 200 граммов. Отлично. Полет идет нормально. Результатом я абсолютно довольна, потому что вес сейчас гуляет плюс 1, минус 1. То есть вот в таких рамках. Для меня очень важно сейчас не выйти за красную черту, а красная черта — это 80 килограммов. Вы мне пишите о том, что «Лена, тебе нужно еще сбросить 10 килограммов». Вы знаете, возможно, кому-то это и нужно сделать. Я ни в коем случае никому не буду рассказывать, что и как делать. Я абсолютно довольна своим состоянием здоровья. Я абсолютно довольна, я просто кайфую, я вам об этом неоднократно уже говорила, от результатов своих анализов. Поэтому сейчас на этом этапе моя цель, насколько это протянется, будет ли это месяц, будет ли это 2 месяца до конца года, я не знаю. Сейчас я для себя четко решила, мне нужно зафиксировать свой результат. Поэтому я сейчас работаю в этом направлении. По поводу 10 килограммов, рекомендуют зрители мне еще избавиться от 10 килограммов. Сейчас мой вес, вот вы видели, в
пределах 80, я не буду убирать 10 килограммов, максимум, что я могу себе позволить, в свои еще только 49, учитывая все физиологические особенности, это максимум 5 килограммов, на которые я еще могу рискнуть, да, потому что в процессе стройности, естественно, все наше с вами личико может течь и все вот эти вот дела. И я хочу, конечно же, сохранить лицо, как это ни звучит, банально, да. Но максимум, на что я способна и что я хочу от себя, от своего организма, это еще минус 5 килограммов. Но сейчас об этом речи нет. Когда я решу сделать этот шаг, продолжить свою стройность, я обязательно вам об этом расскажу. Так, ну что? Все, в принципе, все. Сегодня, я надеюсь, мы с вами также встретимся вечером. Я планирую эфир в 19:00 по Киеву. Я вас жду сегодня на своем прямом эфире. На моем канале проходят каждую среду, по возможности сейчас, и каждое воскресенье проходят прямые эфиры. Поэтому, если вы новенький зритель на моем канале, если вы еще только новенькая тростиночка, я вас приглашаю каждую среду и каждое воскресенье в 19:00 по Киеву на свой YouTube-канал. И если вы подписаны, обязательно нажмите колокольчик, чтобы вам приходило оповещение. Также в качестве рекламы хочу вам сказать, что я являюсь автором еще двух каналов. Это кулинарный канал, который называется «Смачни, будни, богини». Там есть рецепты приготовления вкусных и полезных всяких-всяких разных блюд, на которых я, собственно, и улучшаю свое здоровье. А также есть украиномовный канал, так как я из Украины, который называется «Просто про життя». Также я вас приглашаю подписаться каждое утро в 9:00. У меня проходят там прямые эфиры с рабочего своего места. Я еще и работающий блогер. Все, мои хорошие, я очень хочу, чтобы этот день сегодня был спокойный. Любі українці, обожаю вам тихого, мирного дня. И всем людям на земле обожаю миру и злагоди. Я вас люблю, целую и ціную. Пока-пока.